Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. Так, что же сегодня я собирался сделать? Соревнования... Я что, собирался пройти соревнования в охотничьих угодьях? Или не собирался я пройти соревнования в охотничьих угодьях? Отнесите... Так, что я собирался вообще делать? Грозная тень, что такое? Отдохни. А, это основа, понятно. Завирак. Зачистить лагерь разбойников, пройти испытания в охотничьем угодье, добудьте. Понятно. Мне, честно, вообще за Вирак вообще неохота. Но тут осталась вся эта херня. Осталась вся эта херня, блин. Только за Вирак. За Вирак и за Вирак. Что ты мне еще тут показываешь? Во встрече долин. Ведь охотничьи угодья проходить, блин. Так, это охотничьи угодья, охотничьи угодья. Не охота. Так, Гея Прайм. Блять, я вот не помню, Гея Прайм прошел. Подожди, а где-то же еще котлы должны быть. Гулкий звон, это... Где-то же еще должны быть котлы. Где-то же еще должны быть котлы, да, и почему... Металлический цветок. Так, что-то я... Слушайте, реально, что-то я туплю прям после этого. После вчерашнего прохождения. Я не помню, куда мне надо идти. Это что такое? Ну, это всякая херня, да? Руины. Эльфия 9. Бункер, шмункер. Где-то должен быть еще один котел. И как понять, какой котел я зачистил, а какой нет? Вспомнить бы, да? Как-то вспомнить бы, какой котел. А вот котела. Вот котлы отражают. Блять. По-моему, вот этот котел не зачищенный, да, получается? Значит, этот котел не зачищенный. Давайте-ка мы вот сегодня этот котел как раз и зачистим. Давайте-ка мы этот котел сегодня и зачистим. Так, если мы отсюда щеманем. Отсюда попробуем щемануть. Ну а в следующей серии, наверное, уже в решающей битве примем участие. Хотя посмотрим, сколько времени займет сейчас зачистка котла. Но решающая битва-то она, наверное, будет довольно долгая, довольно продолжительная там, да? По идее, это должно так же быть, да? Так, на всякий случай, сохранимся. Нам туда, нам точно туда надо идти. Слушай, вообще не туда. Это что ты показываешь мне? Да нахуй ты мне эти охотничьи угодья показываешь? Никогда не знаешь, когда пригодится. Подожди, я же хотел, наверное, по-моему, этот топ-лук купить. Я же хотел сперва, по-моему, купить лук.
Убанук. Который... Имбалук. Время пришло для чего? А, вы там деретесь, ну деритесь. Я не буду вам мешать. Я до котла бегу. Мне в котле хватит забот. Трупаков кто-то наставлял. Что за люди? Трупами разбрасываются. Беспредел. Просто безобразие. Ой, блядь, вас там двое, идите нахуй. Чё ж вы... Второго-то я и не заметил. Какие-то там звуки устрашающие. У него аж очково как-то прям. Угу. О, тут костерок. Вот и все. Я ушел. Да-да-да, еле-еле. Еле-еле свалили. Стой, я ж где-то костер здесь видел, а вот он. Костерок. Не, ну если костер попался на пути, надо сохраниться. В таких играх, в которых нельзя сохраниться просто так, надо каждой возможностью пользоваться. Котел ро. Ну не, значит. Значит, не уноси. В смысле? Поверни сюда свой глазик. Люся, сюда повернись. Хоть кого-то я более-менее могу завалить. И чё? Подожди, мне надо вон туда вниз, что ли, спуститься, или чё? Чё за... Чё за бубуйня? Вниз? Серьезно, вниз? Так, а там вот что такое? Серьезно, вниз? Запас карман не тянет. Угу.
если запас карман не тянет, какого лешего ты не все можешь в свой карман засунуть? Значит, все-таки тянет. Какая-то жидкость. Что это за пролаг был? Что нам теперь, в водичку прыгнуть или... Или вот в эту какую-то жидкость надо прыгнуть? Оба-на! Видимо, я не первый, кто захотел сюда заглянуть. Осмотреть. Но я лучше подготовлена. Надеюсь, этого достаточно. Я тоже надеюсь, что этого достаточно. На входе стоял, тварина. Так, стой, и чё? Подожди, это чё надо? Подожди. А как тогда? То есть это что, западня получается? То есть ты сюда... Не, ну это, конечно, прикольно. А, может быть, тогда... Понятно. Тогда, наверное, скорее всего, вот так вот надо, да? Все, я, скорее всего, понял. В обратную сторону надо по этой... Какой? Я не слышу нихуя. Какой звук? Элой. Какой звук? Звук чего? Про... Так, нахуй мне эта охота. Одиннадцатого уровня котел. А это какого уровня был?
Не, ну судя по тому, что этому было 4, вот этому 8 давали, а этому 6. Значит, это был круче. Тупик, что ли? Управление опять перехватываем. Ну давай. В очередной раз перехватим управление. А что здесь нету? Заслон чего? Да очнись ты, ебать, тебе. Давай внизу пошаримся. Так, тут хрена на, тут хрена с два, да? Подожди, а здесь вообще... Ну... Не, ну давай, конечно, попробуем. А, вот оно как. Вот как тут было, да? Как тут было задумано. Ну нет, так нет. Что он там хватает? Сейчас какой-то он задержкой хватает там. И чё? А, здесь, то есть, нормально, да, прыгается? Отлично. А где грибы лечебные? А где грибы лечебные? А куда нам, Элой, нам куда? Вот сюда? Ты сюда хочешь пройти? А нет, здесь какая-то херня синенькая. Синенькая какая-то гадость. Не, ну нам показывает, что туда надо пройти, а ты... Стой, подожди. А, вон открылась, ёптать. Слепой слепень.
Ой. Курсы скалолазания, блин, херовы. Куда? Туда, да? А как? Ну, как получится, да? Как хотите, так и. Идите, идите, не идите. Хм. Прыгать не хотишь. Вон оно чё. Вон оно че там, да? То есть тут мы тактика, астронавтика. Да еб твоить, кукуха. Да прыгай ты, ебать тебя. Так, нам. Ладно, вроде разобрался. Ну, а вот он ты. Извини, придется испортить веселье. Ты чё? Не захотел на меня смотреть, Козлевич. О, грибы. Да, он вроде не веселился, так что мы ему ничего не испортили. А если мы ему ничего не испортили, так и извиняться не за что, да? Оставить. Все бы тебе что-нибудь бы оставлять. Так, там туда, значит, надо вот здесь какой-нибудь в закромах посмотреть. Например, ничего. Ты что? А кто там такой крутой? Ты что ли? Я говорю, куда побежал? Крутыш херов, куда побежал? Оба-на! Так, мне надо какую-нибудь возвышенность найти. В открытом бою как-то с ними жестко. Тем более она в упор попасть не можешь, блядь. Ты что, Аллочка? Что ты делаешь, Элла?
Ты еще живой? А, нет, все. Так, где-то еще есть. Пробраться через зал обработки огнежара. Ладно. Куда нам пробраться надо? Вон туда, да? А чтоб нам туда пробраться, нам... Я хочу путешествовать налегке. Хорошо, я тебя услышал, ней. Блин, я думал, все, котел прошел. Но мне кажется, я ошибся, да? Эй, ёптыть! Кукуха, блин. Давай вот так тогда. Чтоб долго нам не ждать. Туда мне и надо. В чрево гигантского зверя. Как-то в чрево вообще неохота идти. Тем более гигантского зверя. Как ты это... Элой, малость припизнутая. Пожалуйста, что такое стоит там? В чрево гигантского зверя. Что там делать, ёптать, в чреве? Тогда мне придется что-то выбросить. Ну ладно. Не будем подбирать тогда это. В чрево. Я хоть в чрево иду. Найти ядро котла. Ёпрасоте. Так. Элла. А, ну судя по тому, что здесь вот эта херня стоит, значит нам сюда, да? Туда, точно. Ну ладно. Я-то ж не понимаю, куда там тебе надо. Я вообще не понимаю, куда тебе надо. Дорогу, в путь, дорожку. Так, Элла, нам туда надо? Или не туда нам надо? Фу, хороший вопрос. Сейчас, блядь, спрыгнешь и... Куда спрыгнешь? Зачем спрыгнешь, да? Для чего спрыгнешь? Так, а почему здесь у меня...
Хилка опять. Стоять. Хилка опять. Не, ну тут прыгать еще выше. Ну, судя по тому, что этот херня про... Ну, значит, все-таки придется прыгать. Придется прыгать. Кавабанга! Все, это я ядро нашел, да? Управление ядром перехватить. Опа, это щелкозуб там что ли, да? Точно. Ну, вроде щелкозуба я знаю, как убивать. Не, мы сперва сейчас контейнеры проверим. Грибочки соберем. Хорошо, что я это нашла. Прям отлично. Все, да? А, вот еще контейнер. Ладно.
Фу. Нужно было взять телегу. Да ладно. Без телеги обойдемся. Так, где-то щелкозуб тут лежал с фиолетовой херней какой-то. Все чудесно. Перехватываем. Перехватили, да? Отлично. Теперь я смогу украшать другие машины. Какие? Что ты ставишь? А подожди, это еще Бизон, лиходей, скраб, долгонок, скараб и щелкозуб. Отлично. Отлично. Выход-то куда? Сюда? Предельно тихо нужно действовать. Видишь, они какие эти? Ниндзя, блядь. Ниндзюцу херовна. У меня уже много вещей. Вещей много, да. Так, это что, мы с обратной стороны котла вышли? Скараб, шмараб. Или... А, или просто сверху вышли, да, мы? Ну, ладно. Сверху тоже ничего. А, ну понятно, котлы, котлы. Так, подожди, а почему тут какие-то котлы синим отражались, да? А, это, наверное, не зачищенный он, потому что, да? Чё-то я туплю, блин. Пишет зачищенный. У меня еще два... Что еще какой-то найдем? Вот котел. Зачищен. А, понятно, это значит не зачищенный 20 уровня котел. Котел Дзета. Котел Дзета. Так, и где еще котел-то у нас? Эх-эх-эх-эх. А, так. Котел Дзета. Дзета. Котел Дзета. 20 уровень. Так, это получается третий котел у меня зачищенный сейчас, да? Третий зачищенный котел. Котлы. Раз, два, три. А их там 7, что ли, было по это показано?
Или я просто путаю что-то? Или я просто что-то путаю? Хорошо, на этом я сегодня предлагаю закончить. Прохождение продолжим уже в следующей серии, в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И до новых встреч!